свежие. Да-да-да-да-да. Это для полировки все. Понимаешь ли дело такое? Если в наших условиях делать вытяжку, то мы ее включаем, дым назад кидается. Вот так. Понимаешь? Если не топить ничего, полировать, то здесь, ну, землю, то есть выйдем, все вытащить сразу, выкинем. Поэтому мы его полируем как бы без вытяжки. Фильтры стоят там, но... Они потом на чистовую надо убрать. Сейчас я не знаю. Мажешь. А что ты, Миш, говоришь, с хохетом надо нормализовать, что это такое? Сейчас увидишь. То есть ты сделаешь так, что они у меня звучать перестанут, да? Конечно. Ну вот видишь, я же говорил... Не когда след... звучат, так и любой, да, ты так сыграешь, чтобы они звучат. А я вон Андрею рассказал, как я один раз украли у меня тарелки, и в Кишиневе мне собрали по кабакам комплект этого Сабиена. Который, ну я играю по ним и не слышу, что я играю. Представляешь, я не могу даже контролировать. Деревянные. Ну, деревянные, я не знаю, может быть, они вообще сделаны были из ваты. Не, серьезно, и вот после Зилжина, вот того комплекта, который у меня был. И вот я ему рассказал, что я приехал к тебе хохет покупать, а ты мне тут же навязал весь комплект. Вот и мучаюсь до сих пор, да, страдаю. Не, ну хохет, да, вот хохет и райд просто чума. А эти, конечно, на них больше приходится усилия. Все выходят из строя, все им достается. Ну, им больше всего достается, да. Киксанул сама. Что забыл? Вот его, достали, да, рубашки, очки. Заебался я, ты сейчас туда всю руку сунь, в кармане чувствуешь там? Да. Только до них добраться как. А, вот, по-моему. А, так это не в рубашке. Тебе за свитер хватало, да? Рубашки. Перчатки одеваешь двойные. Поэтому снимать, одевать уже. Ну, это да. Ну, ты же сам признался, что киксанул.
барабанчики-то нормально, хорошо? Какие? Малые, малые барабаны. Видишь, не попробуй, у меня же рука больная, я же говорю. Формочка хорошая. А как же?
типа как Z, вот этот звук есть. Вот. Серия такие толстые. Когда короткое звучание, нам надо вышивать, чтобы звук тащил. Да. Это Сабин. Да. Но это тоже самая высота. Абсолютно. Да. Вот. Я не знаю, как вот дальше, но если горсовать по нему, он лопнет. Угу. Если лопается. Ну вот я смотрел и через воду. Ну, лучше стало. Одно. Еще. Лучше стало? Да не лучше, а этот больше что происходит. Вот если ты просто там заваришь, и потому что не смотрит, она начинает остывать. Тынц! Ага. Отлетает. Вот. Видишь? Вижу. А, вижу, да. Трещина. Это она вот так и трескается. Конечно. Была трещинка вот так вот. Да, и пошла сюда. Ну, это брать как бы за что нельзя, потому что это земляное литье. И нужно, значит, вот когда сварка происходит следующим образом. Вот по шву здесь, тут прихваточка, тут прихваточка, тут прихваточка, тут прихваточка, тут прихваточка. Вот. Сразу, да? Да. Потом, значит, мы нагреваем горелкой все вот это место, нагреваем, чтобы оно было равномерно нагрето. И тогда от прихватки до прихватки сварщик начинает ее аргон проваривать. Да, и потом сразу. Понимаешь? Вот этот отжиг, да, для 20-го, он ее размягчает, этот материал. Половянистый брод, у нас есть ганиола, он ее как бы размягчает. А если нагреть и оставить, то она производит закалку своего. Ну давай, подойдем наши. Давай. Я принесу эти на демонстрацию. А потом, когда демонстрация пройдет, блядь, чтобы на завод нести, куда ее твою в канал. Это Брежнева, да, в канал надо. Портрет они выбрасывают так, тащиться на завод. А пинцет это у вас нет? Да. Или нотон, ножичек. Я тоже лапы такие здоровые. А Саша скальпельком это все дело брал скальпелем. Он там на большой, на райт ставил эти. Надо
какой-нибудь чуик нанять, какой-то тонкие руки, чтобы она нагитала вытащить это? Да не надо. Она высохнет сейчас и вообще ничего. А Санина где? А он ее с собой, по-моему, доставал из, ну, из своего кейса. Не, Михаил Михайлович, на новый, наверное, маркет там есть. Видишь, хоть куда я, блядь,